Якоря нету, да? Ну, ветер навальный, все нормально. Нас ты можешь так подержать смело. В общем, чуть-чуть больше часа. Сейчас 12:33. И мы уже на Икше. Регон не выдержал такого обслуживания. Какая-то железка там дернулась. Здесь мы были в прошлом году. 100 грамм тротила и все, никаких удочек. Пару полочек для книг. Так вот пришел в поход и почитал хоть Анну Каренину, хоть Максима Горького. Италия, как сказал Дмитрий Александрович. Бобры. Че я нажал? Нахрена я нажал? Бобры. Вот это уже не Италия. Это надо древняя Италия. Колизей, Парфенон там. Греция, все такое. О, трясогузки хороши. Мох русской возвышенности. О, какие камни из воды, бульники торчат. Бульники какие торчат, прям скала, утес подводный. Нет, когда вот идешь, и камера трясется, уже смотрибельность сразу падает. Я уже пробовал. Аккуратно несешь, один черт, нету эффекта хорошего. Слушай, настоящий банан. Надо, нахрен мы покупали все это дело, надо было на подножный корм переходить. Глядишь, и чувствовали бы себя как этот дед, который на колбасу так рыпнулся и в гору убежал. Из 12 стульев. Дед Парамоныч.